Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Energy Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. А также видео оставлю в подсказках о том, как его скачать, как получить ключ. Сложного там, в принципе, ничего нету. Когда посмотрите, я думаю, поймете. А дальше. В поиске пишем нужный нам режим, то есть Energy Simulator. Нажимаем поиск. Так, стоп. Сначала переходим в Home, а потом уже ищем этот скрипт. Вот как видите, есть скрипт один на этот режим. Пока что больше нету, больше я не нашел. Чтобы получить этот скрипт, нажимаем на него. Далее нажимаем Get. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру. Открываем чит, в чит вставляем скрипт, нажимаем кнопочку ввести и ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, инжект прошел. Дальше нажимаем запустить и ждем, пока загрузится сам скрипт. Так, все отлично, скрипт загрузился. Функций здесь очень много. В принципе, все я показывать не буду, только самые основные. Давайте начнем с геймпассов. Есть кнопочка Unlock All, то есть открыть все геймпассы, которые здесь перечислены. Нажимаем и смотрим. Слушайте, вроде бы как реально все геймпассы бесплатно выдались. У меня появились авторы и бёрсты, хотя они были за робоксы. Телепорт. А вот телепорт, скорее всего, уже не работает. Хотя, слушайте, не работает, скорее всего, из-за того, то, что у меня только первая зона открыта. Если у вас другие зоны открыты, то, скорее всего, вы сможете и в другую зону тпхнуться. Короче, ладно, в принципе, телепорт проверите сами. А дальше VIP, X2 Game Pass какой-то. А вот здесь пишется то, что они у меня куплены. Да, нифига себе. Лол. Стоп, если все геймпассы работают, вы понимаете, насколько это круто? То есть, если магическое яйцо работает и 8 открытия яйца сразу работает. Давайте проверим, кстати. Допустим, 8 нажмем. У меня хватает? Нет. По идее, хватает, но, как видите, все-таки не работает эта функция. Обидно. Давайте тройное открытие. Тройное работает. Отлично. А вот 8 сразу не хочет работать. Короче, ладно. В принципе, не суть. Хотя бы тройное работает, уже хорошо. Дальше фарминг. Здесь выставляем, сколько секунд нужно, чтобы для того, чтобы вы собирали все монеты и гемы, которые есть на карте. То есть это задержка на сбор их. Ну, я одну секунду оставлю, включаем эту функцию. Как видите, у меня немножко подзависло. И, как видите, получается... А, это не монета, это энергия. Короче, энергия и гемы, как видите, они собираются. Все четко. Так, выключаем. Дальше, что здесь у нас еще есть? Можно выбрать количество бёрстов, которые хотите сделать. В принципе, а мне не хватает, скорее всего, да? А, нет, хватает. Давайте попробуем один реберс сделать. Да, как видите, реберс сделался. Отлично, все четко. Так, идем дальше. Это автооткрытие. Кстати, давайте автооткрытие попробуем через сам скрипт сделать. То есть выбираем яйцо. Классическая. Так, сначала мне нужны деньги. Давайте их нафармим. Ну, то есть монеты. Давайте попробуем нафармить на 8 сразу открытий. Может быть, через скрипт это сработает. Так, по идее, у меня уже хватает. Давайте проверим. Basic яйцо выбрали. Дальше метод открытия. Single это получается одно. Здесь вот. Не знаю, как это правильно читается. Давайте это выберем. И включаем автохэтч. Смотрим, что происходит. И почему-то ничего не происходит. Так, давайте это нажмем. Вот эту функцию сверху. Во, у меня появилось тройное открытие. Окей. Но все-таки сразу 8 яиц мы, к сожалению, открыть не можем. Только максимум 3. Ну ладно, хотя бы так. Включаем эту функцию и... Так, яйцо поменять надо.
Так, сейчас давайте через поиск найдем. Node Basic яйцо. Выбираем, включаем. И, как видите, тройное открытие работает. Все четко. Дальше одеть лучших питомцев. Потом автоодевание этих лучших питомцев. Дальше автоудаление идет. Ну и, в принципе, на этом все здесь. Короче, ладно. Буду заканчивать на этом. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Aceban. Всем удачи и пока.